Я приветствую вас именем Господа Иисуса. И те, кто смотрит нас, пусть Бог благословит. Аратапес. Обильно. Наполнит нас. И я хочу сказать. Будь готов сегодня, чтобы Бог коснулся тебя. Будь готов

И до того, как я начну Слово, я хочу тебе подарить Слово веры, которое написано в Евангелии от Иоанна. Первая глава. Иеротхоск. Третий стих. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Аминь все, все, что будет происходить на этом месте, будет через Него. Он будет это делать. Он прославится. Поэтому ожидание пусть будет от Него, потому что это Его дом, и Он царь в Своем доме, и Он Господь в Своем доме, и Он будет действовать в Своем доме, и пусть Его имя прославится на этом месте.

Бог даже может не поменять, а просто вырвать. Там моя проповедь написана. Но он может вырвать и выбросить. И, на, и начать снова писать. Слава Богу. Слава Иисусу. Верь и ожидай Бога. Матвей 20 глава. Ксан с 29 стиха. Са Это очень известное место. И когда выходили они из Ерихона, за ним следовало множество народов. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» 32, proclaim... 32 стих. Иисус, остановившись, подозвав их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Ему сказали, «Господи, чтобы открылись глаза наши».

Когда же подходил он к Ирихону, один слепой сидел у дороги, прося милости. И услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? И сказали, что Иисус на Заре идет. Тогда он тотчас закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня.

Դես, եվ իսկուն տես եւ Հիսուսն էլ ասեց նրան Ահա ինչ ինչ ես ուսումնանայեմ քեզ Որ տեսնեմ տեր Նա ասեց որ տեսնեմ ես տեր Он сказал Господи чтобы мне прозреть Եվ իսուսն էլ ասեց նրան Հիսուս կազալ ինու տես Պրոզրի Ուած քո աព្រեցրես քեզ Վեր եթե վայ ասպասա Իսկուն Ինն տոչս տեսնում էր

Ես կարդալու եմ նրանք ֆիզիկական հիվանդություններին են վերաբերվում։ Անիկա, էթի, я буду читать то, что касается физического боля. Մեխանի պատմություններ են դրան։ Ես կ읽քի պատմություն։ Բայց մենք նայելու ենք այսօր ուրիշ հակառակ ձևով։ Ну мы посмотрим друго со другой стороны։ Օքեվոր խորհուրդով։ Աստ դուխովնի праобраз ու տես։ Ինչ բանակորություն է, եսին բարերով բացած է։ Что такая слепата։ Կորությունն է։

Её хокевор кյանքում Абдуховне жизни Галисапа приходит момент вор галиса хокевор կորություն մեր կյանքի մեջ Когда приходит духовная слепота на нашу жизнь мы եկեգեսում ենք в церкви мы գալիս ենք ծառայության приходим на служение бать клинума па но бывает такие моменты вор хокевор կորությունա գալի մեջ Когда приходит духовная слепота в нашу жизнь и это желание зло вор մենք чтобы мы, чтобы мы потеряли свою духовную э, чтобы мы не видели, что Бог для нас приготовил. Потому что Бог он многое для нас приготовил. И цель дьявола, чтобы наши глаза закрылись, и мы были в темноте, и не видели, Во что ты ищешь у меня для моей жизни? Ей драмам шат хаватациалн. Па этом многои верующие. Асумен айспис. Они говорят так. Я все исцефле. Я разочаровался. Ты не слышал? Бог меня не слышит. И могутели чи патасвал. Я отвечаю от мои молитвы. И ничего не разговаривает со мной Бог. Кажется, сейчас вас март. Как будто Бог он человек. Поти хоров паги. Он должен обижаться. Ты что-то сделал, он должен не разговаривать с тобой. Но мы не понимаем, что в нашу жизнь пришла духовная э, слепота. Это, не я, это Мы можем быть служителями. И никакое служение не пропускается в церкви. Но мы можем быть духовно слепы. Но мы должны быть очень

Если он говорит, что он тебя любит, он любит тебя. И никто не позволяет, чтобы тебе доказал обратное. И не позволяет, чтобы духовная слепота пришла в твою жизнь. Здесь написано. Они э, просили, просили мил, Что такое слепота? Ты наполовину человек. Ты не можешь все целое что-то сделать. Ты делаешь, но ты не можешь это все целое делать. У тебя есть желание, ты хочешь что-то сделать, но ты не можешь, потому что ты слеп. Поэтому я сказал.

И сегодня <muchin> мы не должны упустить этот шанс. Я расскажу, я буду несколько историй читать. И ты, если найдешь себя в, этой, в этих историях, в конце мы будем молиться. Если ты захочешь выйти вперед, чтобы Бог сегодня коснулся и поменял мою твою жизнь. Слава Богу! Слава Богу! Не позволяй, чтобы духов, духовная слепота вошла в твою жизнь. И верь, что Бог тебя избрал. Бог, верь, что Бог тебя любит. Он не оставит тебя. Никогда не оставит тебя. Он не обманывает. Слава Богу. Посмотрим, что говорит книга Ефесянам. Первая глава. 17 стиха. որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Փառքի հայրը, տա ձեզ իմաստության եւ հայտնության հոգի, իր դիտությունով, որ ձեր հոգի, որ ձեր սրտերի աչքերը լուսավորվելով, գիտենակ թե ինչ է նրա կոչումի հույսը եւ ինչ է իր ժառանգության փառավոր մեծությունը Սուրբերում։ Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Видите, что это место говорит? Что мы имеем нужду, чтобы наше зрение, оно открылось. Чтобы мы имели духовное зрение.

Եվ դժվարախոս բերին նրան, եւ աղաչում էին որ ձեր դնեն նրա վրա, եւ նա նրան ամբողջիցը մի կողմ տարավ, իր մատները նրանքանջ ների մեջ դրավ, եւ թքես, եւ նրան լեզվին դպավ, եւ դեպի երկինք նայելով հառաչեց եւ ասեց նրան. Եփաթա, այսինքն բացվիր, եւ շուտով նրանքանջները բացվեցան, եւ նրան լեզվի կապն արծակվեցավ, եւ խոսում էր ուղիղ, եւ նրանց падվիրեց որ ոչ ոքի չասեն, եւ ворչապնա падվիրում է նրանց, նրանք էլ ավել են հրճակում, եւ չափից Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы десятиградия. Привели к Нему глухого, косноязычного и просили Его возложить на Него руки. Иисус, отведя его в сторону от народа, Вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись». И, точас отверстия у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не... Ни... Запрещал им, они еще более разглашали и, и чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает и глухих делает сл слышащими и немых говорящими. Аллилуйя. Это наш Бог делает. И смотрите, что здесь происходит. А, глухой и неслышащий

Я не встречал человека. Это зави проблему не цог. С таким, имеющей такую проблему. Воринка хулали хамар члени, кам хамар лени Чтобы он был глухой и не был косноязычен или наоборот. Гидесхи. Знаешь почему? Я скажу тебе одно откровение. Я скажу тебе одно откровение. Это хиванду цюна. Это болезнь. Карели асэл, Можно сказать. Это два духа. И они вместе действуют. Это два духа, которые вместе действуют. И это очень твердо связано с, ростом, с духовным ростом нашим. Потому что имеет, есть такое, то есть есть такое состояние духовная глухота и косноязычность. Я вдруг оказался <связывая> Как это связано с нашей верой? Я скажу тебе. У капуны. Это имеет прямую связь. от та и Римлянам 10.9.10 Асума говорит, это беляноват. Если ты устами, эс, исповедуешь Иисуса Господа, и в сердце веруешь, что Бог воскресил его, ты, ты спасешься. Что происходит? Когда ты своими устами исповедуешь,

И мы даже не понимаем, как это произошло. Знаешь, что это? Когда ты настолько уже обременен, ты настолько в трудностях. Твоя вера, она просто умерла. Знаешь почему? Потому что ты стал духовно глухим и немым. И из твоих уст не выходит Слово Божье. Благодарение оно не выходит. Прославление, поклонение не выходит. Благословление они не выходят. Слово Божье оно не выходит. Когда Слово Божье выйдет, твои уши они услышат. Это впадет в твое сердце.

это означает, что эта болезнь она уже в тебе. И, и освобождающий от этого только Иисус Христос. И сегодня это будет на этом месте. Иисус Именем Иисуса. Пусть прославится имя Иисуса, Иисуса. Потому что, что написано в книге Римлянам. Вера. Отслышание. Отслышание. Отслышание от Слова Божия.

ни, ни на какие трудные ситуации. И Он открывает свою уста. И, и говорит, слава тебе, Господь, сон, я афтнаця, что сегодня я проснулся, бацвеси, что мои глаза открылись, кайлуме, что мои ноги они ходят, что мои руки я могу yes, поднимать, тами, я живой, и, воли, и что бы ни было, та им это все временно в моей жизни. Кейс. Я верю в тебя. И, в драйвис, это, ма, это, и тогда мена. это все твои уши, они слышат. И, в энгелума, и это впадает Твое сердце, Я и твоя вера, она вырастает. Ты начинаешь себя лучше чувствовать. Ты начинаешь думать, как же мне хорошо. Но дьявол, он не хочет, чтобы ты Сатана это сделал. Смотри. Дьявол, он говорит, посмотри на свою ситуацию. Сколько лет ты в этой ситуации? Где твой Бог?

будь осторожен, будь внимателен, чтобы не впасть под воздействием этих духов. Это очень внезапно происходит. Когда ты даешь место своим трудностям, когда ты начинаешь в какой-то момент думать, как это произойдет, и дьявол начинает тебя просто улавливает в этих мыслях. Я тебе скажу, в вообще не позволяй этого. Это сложно. Это сложно. Дежурно. И э, трудно очень. Слава, скажи ему слава тебе, Господь. Скажи ему слава тебе, Господь. Не дай, не дай повода дьяволу, чтобы он тебя схватил за слабое место. И

и мы сейчас в Евангелии от Марка в 9 главе посмотрим, что действительно эти два духа, они вместе действуют. 9.13 Я не хочу это все читать, это история, когда Иисус с горы спускался. И видит разногласия.

Հիմա դες ինչ ասում 17 խոսքը Իսահայելոս 17-րդ ստիխ գворит կներեք 16-ը ի խնդրում որդի 16 Есть берецы аշակերտների մոտ Իմ տղուն որ համար ողքի ուներ ողքի ուներ 16-ը Ինի 16 Եվանգելիա մարկա Դա Եվանգելիա մարկա 9:16 Ան սпросил книжников здесь так

Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух не мой и глухой». Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Вы видите? Он говорит, мой сын, он был глухой. А мой сын был не мой, но Иисус он повелевает, чтобы дух не мой и глухой вышел из него. И всегда помни, что это имеет большую, играет большую роль с ростом веры нашей. И не позволяй, чтобы это вошло в твою жизнь. Не позволяй. Пусть Бог прославится. Мы сегодня будем молиться. Ти рож хоски մեջ գնանք։ Եկայք է նորով սлово, մարկոս 3-րդ գլուխ, Եվանգելիա մարկո 3-րդ գлава։ Արաչի խոսքից, սպերվո ստիխա։ Այս հատվածները էտիմիստա, ամբողջությամբ sense ուղակի դերս sense դրեց իմ սրտի մեջ։ Բոգա это всё вложил в моё сердце։ Արաչի խոսքից, սպերվո ստիխա։ Եվ դարցял ժողովրանը մտավ, եւ այնտեղ մի մարդ կար, ձերքը չորացած։ Եվ սпасում էին նրան թե արդյոք շափած օրը կբժշկի նրան, որ չարախոսեն նրանից։ Եվ նա ասաց ձկը ճորացած մարդուն կանգնիր մեջտեղը եւ ասաց նրանց արժան է շապաթըoverline բարի գործել թե չար գործել մի հոգի ապրեսնել թե սpanել իսկ նրանք լռեցին նայլ բարգուսամ ճոսկողը նրանց նրան մտիք տալով նրանց սրտերի կուրության համար տրտմած այն մարդին ասաց ձերքդ մեկնել եւ նա մեկնեց եւ նա ձերքը ողջացավ ինչպես մյուսը հալելույա И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать?» «Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя по ожесточении сердец их, говорит тому человеку, Протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Аллилуйя. Слава Иисусу. И это, и это тоже физическая болезнь. То есть его рука была иссохшая. Есть, его, рука была иссохшая. Mm -hmm. его рука не работала. Есть, такое... есть такой ну, поговорка, как говорят, что а, а, одной рукой ты не можешь хлопать. А ми е, То есть он был человек, кисат март. он наполовину. Черкал, То есть он не мог полноценно что-то делать. Он не мог хлопать. Он не мог обнять своего ребенка. Не может пакет принести с магазина. Ничака, кисат март. То есть наполовину. И это... И это тоже духовно может быть в нашей жизни. И... И это снова, исходя из наших трудностей, на, а, а, так часто трудности. И моя, а, трудности и наше, а, наше сконцентрирование на эти трудности. Они просто а, делают так, чтобы наши руки они иссыхали. Знаешь, что это означает?

17-րդ գլուխ։ Իսխոտ, իսխոտ։ 17-րդ գլուխ։ Սիմնա ձե գլավա։ Իսպասումսնա երբ որ Իսրայելը պատերազմում էր Ամալեկացիների հետ։ Это та история, когда Израиль против амалекитян воевал։ Եվ ու 4-րդ խոսքից։ Իս վաս մովա ստիխա։ Եվ Ամաղեքը եկավ եւ ռապիդիմ, ռապիդում ու Իսրայելի հետ պատերազմած։ Եվ Մովսեսը ասեց Հեսուին. Մենք համար մարտի կընտրի եւ դուրս գնա Ամաղեքի հետ պատերազմելու։ Եվ եկուց, ես բլերի գլխին կգանկնեմ, աստոց հավազանած զերքին։ Եվ Հեսոն Մովսեսի ասացի պես արեց եւ ամաղեքի հետ պատերազմեց եւ Մովսեսը ահարոնը եւ ովրը բլուրի գլխին ելան եւ լինում էր որ երբոր Մովսեսը իր ձերքերը վեր եր բարձրացնում իսրայելն էր հաղթում եւ հենց որ իր ձերքերը չիջեսնում էր ամաղեքն էր հաղթում եւ Մովսեսի ձերքերը ցանրանալիս մի քար արան եւ նրա տակ դրին եւ ինքն հրա վրա ըստեց եւ ահարոնը եւ ովրը մեկ այս կողմից եւ մուս այն կողմից նրանց ձերքերը վեր բարձրնեցին եւ minIndex արեգակի մարմննե նրանց զարկերը հաստատուն մնացին եւ հեսում զարկեց սուրի վերանով ամաղեկին եւ նրա ժողովրդին Սվայմովսիհա եւ ե пришли амаլեկтяне воевали с израильтянами в рефидим Моисей сказал Иисусу выбери нам мужа и пойди сразись с амалектянами завтра я стану на вершине холма и жезл божий будет в руке моей И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Иисус Амалика и народ его острее меча. Аллилуйя. Партироча. Слава Богу. С наших поднятых рук придет победа в нашей жизни». Написано, когда его руки ослабевали. Враг побеждал, когда поднимал Иисус побеждал и цель дьявола, чтобы Ты свои руки ослабил и опустил и Ты сказал, Я устал, сколько можно, сколько я могу мучиться.

Եվ ահարոն ովը սկսեցին բարձրացնել նրա ձեռքերը։ Иарон и Ор начали поднимать его руки։ Ես եզգում եմ, որ դու թուլացել ես։ Если ты чувствуешь, что ты ослабел։ Կառավերսած դինստի վրա։ Վայзьմի կայմին սյաթ։ Եվ ցող ահարոն ովը բարձրացնենք օ ձեռքերը։ И позволь что Аарон и Ор поднимали твои руки։ Հիսուսին առաքեց հինգ։ И Иисуса сделай себе основание Иисуси, сядь на Иисуса Иисус, да. сделай Иисуса своим основанием и пусть Дух Святой тебе поможет чтобы до конца твои руки были подняты тогда придет победа в твою жизнь не позволяй чтобы никакие обстоятельства не сделали так чтобы твои руки сохли ты призван чтобы благословлять Бога ты призван чтобы побеждать призван, чтобы прославить его. Ты призван, чтобы ты шел вперед. И только дьявол может тебя обмануть. Через твою болезнь, через твои трудности, через твои труд проблемы. И муравей из, из, из одного муравья сделает слоном перед тобой. И ты посмотришь и просто испугаешься и убежишь. Мы, мы не из тех, которые сдаются так много будем поднимать наши руки. До тех пор, пока не придет победа в Слава Богу. Пойдем вперед. Деяния апостолов. Третья глава. Это очень известное место. Третья глава с первого стиха. Это та история. Где написано, что Петр и Иоанн они шли в храм на молитву. Они пришли к дверям и видят человека. Написано, что он с рождения был хромой. <говорот> его приводили в это место. Он собирал милостыню. Потом его поднимали и домой относили. И написано, когда они шли, пятый стих, Բայց ինչ որ ունեմ այն քես կտամ։ Հիսուս Քրիստոսի նազովրեցող անունով վերկաց եւ մանյեք։ եւ աչ ձեռքից բռնեց վերկացնե սրան եւ շուտով հաստատվեց նրա սրունքը եւ པարսկը վերդ հրավ կանգնեց եւ մաներ գալիս եւ նրանց հետ մտավ տաճար ման գալով վաստալով եւ ορտնելով Աստծո։ Иоанн престел смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь, но Пётр сказал: Серебра и золота нет у меня։ а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назареев, встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Аллилуйя! Паркасон. Слава Богу! Я хочу снова сказать. Все, что делает, это Иисус делает. Все, что будет делать, делает. Делает, делает Иисус. Слава Ему во веки. И это человек, он с рождения был хромой. То есть он не мог ходить. Он был наполовину человек. То есть был проблем. Его приводили и относили обратно. Человек, который зависит от кого-то.

<связывая> и, и наша жизнь становится какой-то хромой. <связывая> и мы не можем <связывая> ходить и даже в ходить в церковь. <связывая> потому что он был перед храмом. <связывая> но он не входил в храм. И, в Иисуси, и слава Иисусу, что Он есть в нашей жизни, что Он исцелит нас, что Он, он наши -а ноги должен укрепить чтобы мы ходили его путями, чтобы мы ходили его по его воле, чтобы мы были утверждены, чтобы мы были утвержденными, без сомнения, без всяких разочарований, потому что Бог, Он живой, Он есть, и Он в нашей жизни, и Он действует в нашей жизни, и цель дьявола, чтобы мы были хромые, чтобы мы не ходили твердо, потому что твердо ходя, в жизни твердо ходящего, у него есть много побед, а тот, кто он наполовину, он уже проиграл. И дьяволу нравится эта ситуация. Но мы сегодня такие люди, которые не позволим, чтобы он радовался.

которые приходят и уходят из церкви. И это для них хорошо. Они смотрят издалека на эту жизнь. Но Бог хочет, чтобы ты не стоял у дверей храма. Потому что благословение не у дверей, а в храме

5-րդ գլուխ առաջի խոսք։ Պյատե գլավա, 1-ին ստիխ։ Սրանից հետո տոն էր հрьяների, եւ Հիսուսը վեր ելավ Երուսաղեմ, եւ Երուսաղեմում ոչ խարас դրան մոտ մի ավազան կա, որ երբայսերեն Բեթեսդա է կոչվում, որ 5 սրահ ունի։ Նրանցում խիստ շատ հիվանդներ կային, իմբարքած՝ գուրներ, կաղեր, չորացածներ, որ ջրի շարժվելուն էին սպասում։ Որովհետեւ ծիրոջ հետո կա ժամանակ առ ժամանակ վարեր գալիս ավազանը եւ ջուրը շարժվում էր։ Եվ ով որ առաջ մդ, առաջը մտնում էր բժշկվում էր ինչ հիվանդություններ որ ունենար։ Եվ այնտեղ մի մարդ կա, որ 38 տարի է հիվանդության մեջ։ Երբ որ Հիսուսը նրան པարկած տեսավ, եւ գիտアス, թե արդեն շատ ժամանակից է նրան ասեց. «Կամենում ես առողջ լինել»։ Հիվանդը պատասխանեց նրան. «Տեր, մարդ չունեմ, որ երբ որ ջուրը շարժվում է ինձ ազվազի ազվանի մեջ գցե»։ Եվ ինքը որ ես գալիս եմ ուրիշ ինձ այնից առաջ է իջնում մեջը։ Հիսուսը նրան ասաց. «Վեր կաց, մահի չտար» А с первого стиха, пятая глава, 1 стих. «После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять скрытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших и ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временами э, сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни б... не был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что Он лежит уже долгое время, говорит Ему: Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: Так, Господи! но не имею человека, который бы отпустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Это была суббота. Сегодня суббота. И сегодня Бог посетит нас. И сегодня Бог прикоснется. И наша жизнь останется тот же. И наши обстоятельства не останутся те же. И написано, что это был больной человек. 38 лет. Ты представляешь? 38 лет. Он просто лежа ожидал.

без плодов. Ухаки, гали, су, мей, Просто мей, мей, приходим мей. и уходим. Мы не знаем, куда мы идем, для чего, ради е, кого. Вичака. И это такая ситуация, О, вичаки, мейш, что дьявол он хочет, чтобы ты оказался в такой О, ситуации. Въедхэ, мейч, хелнес, если ты выйдешь из этой ситуации, мартес, ты будешь сильным человеком. Эстеллен, дзерк, коке, Все увидят руку Божию в твоей жизни. Ева, суха, пара, и имя Бога прославится. Но дьявол этого не хочет. Он говорит, лежи просто, просто смиряйся со своей ситуацией, 38 лет лежишь, ну и дальше лежи. ну и еще 38 лет примерно лежишь и уйдешь, он просто так уговаривает, и ты думаешь, ну да, да, что делать, значит, это, это моя судьба, что написано на, на лбу, то и произойдет, нет, Бог призвал, избрал, чтобы мы были плодовитыми чтобы мы не были без движения, чтобы мы стали на ноги, чтобы мы бежали, чтобы мы прыгали, чтобы мы хлопали, чтобы мы прославили Бога, чтобы люди видели, чтобы мы в своих трудностях мы прославляем Бога. Даже если они говорят, он безумный. Ничего страшного, что если будет. ему Не нормальным, 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 но я свободен есть иван, прославляю Бога. Я, есть не не болен. я не призван быть в болезни. Я не призван. Иисуса я призван. Поэтому Иисус через свое исцеление сказал. Вот И он сказал, встань на ноги. Хватит сколько ты уже сидел. Хватит сколько ты лежал. Хватит, сколько ты лежал. Хватит, сколько ты лежал. Хватит,

Халелуя. Амен. Թող Տերը օրհնի մեր կյանքի մեջ, ասեմ։ Бог будет благословлён через нашу жизнь։ Ես վերջի պատմություն եմ ասում։ Իմ բոլորը հենց կանանելու։ Հալելույա, ծiroշ ներկայությունը ստեղա։ Բօժը պրեսուսները դա մեծ է։ Бас ми тхоնը լա։ Դիր ցինի ու մի՛ ուտկայ սվոյ շանս։ Бач թող ես ասեմ։ Մի՛ ուտկի սվոյ շանս։ Նորի շատ Падмуցունն էս, պատմություն որ դու լավ գիտես։ Это также история, которую ты хорошо знаешь։ Հովանես Ավետարան, Հիヴァン Գիլատի Հովանն, 11-րդ գլուխ, այդին стеглава, гиденчет պատմությունը։ Մենք знаем դա այս պատմությունը։ Ղազարոսի մասին։ О Лазаре. Գրվածა որ Ղազարոսը մի մարտիրղ, այնպես են որ Լազարը был такой человек, вон Иисуса շատ էր սիրում։ Который Иисус очень любил։ Անտրելերը նրան, он его избрал։ កանチェլերը նրան, призвал։ Սիրում էր նրան, любил его։ Ոնսոր մեզ, կա կինաս։ А ватуме, че, вор, сирума, Ты веришь, да, что Иисус тебя любит? Сирума, сирума, че, он любит, сейс? любит, не сомневайся. И написано, что Лазарь, он заболел и умер. Физика, Физически умер. Но очень часто. Okay. Это духовно происходит в нашей жизни. Мы не просто сразу умираем. Мы сначала заболеваем.

И написано, когда Иисус пошел, и вы помните эту историю. Лацунэн, Они все плакали. Они говорят, если бы ты был здесь, Зешеллини. не было бы так. Мы так сейчас говорим, Господь, ты где? Неужели ты Ты неужели не видишь мою ситуацию? Бог меня оставил. Мне интересно. С чего ты взял, что Бог тебя оставил? Какие у тебя основания, чтобы ты говорил, что Бог меня оставил? Нет таких оснований. Бог не оставил тебя. Основание это. И это Слово Божие говорит, если даже мать оставит, я тебя не оставлю. Я с тобой буду вечно. До конца мира. Դա ինձ հերիքավորեց հավատան որ դեռ ես չի ծո։ Եթե ես դասաթի չնեմ, որ ես վերջ եմ որ ես հավատամ որ բոգ մինը չաставиլ։ Փարտիローチ։ Սլավա բոգո։ Եվ գրված է, նապիսնա։ Հիսուսը եկավ եւ ասեց՝ ուր դրեցիք նրան։ Հիսուս Պիդիայ ասաց՝ куда его положили։ Ռոկի լասացինալիտես Հիսուս։ Այն ասացան՝ գրի դի պատմել Հիսուս։ Ես վ 68 խոսքը։ Իտրիցիս 8-րդ տիխ։ Գրված է, նապիսնա։ Եվ Հիսուսը դարձյալ խրոված եկավ գերեզման եւ ան մի քար, այն մի քարը էր եւ մի քար նրա վ Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу. «То была пещера, и камень лежал на ней». Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа сказала Ему, «Господи, уже смердит и четыре дня, как Он в гробе». Иисус говорит ей, не <свес> сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И камень отняли, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня. 43 и 43 стих. Сказав это, Он возвал громким голосом Лазарь и Дивон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам. И лицо его обязано было платком. Асайц, Иисус нырянь говорит нырянь им, развяжите его, пусть идет.

Иисусе Галюа к вам вот. Если есть твоя ситуация такая ситуация, в твоей жизни такая ситуация и ты в гробе. Иисус о Галюа к вам вот. Иисус он придёт к тебе. Иисусе Галюа к вам вот, эсор. Иисус придёт сегодня к тебе. Я думал на раз сейчас мнало эсор. И ты не останешься мёртвым. Как даваться, ворас Газарос. И написано, что сказал: "Лазарь, дус ари тэгис. Выйди оттуда". О вас и во кес гнас эн тэг. И кто тебе сказал, чтобы ты туда пошел? Так вот Это не твое место. Ты не призван оставаться э, в гробу. Ты не призван, чтобы твои кости, они сгнили там. Я не для этого тебя призвал. Им. Զարգացները շատ մեծ են քո կյանքում։ Какие цели программы в твоей жизни, они великие։ Ես ուրիշ բան ունեմ պլանավորած քո կյանքի համար։ Какие ещё тут другое запланировано для твоей жизни։ Ուրիշ զարգացներ ունեմ քո հետ կապված։ Другие программы есть в твоей жизни։ поэтому выйди из этой ситуации твое место это не это место твое место это в церкви твое место это в Боге твое место оно на небе ты будешь, ты будешь наследовать жизнь вечную ты будешь с Богом царством поэтому Бог призвал его по имени и сказал Лазарь выйди оттуда Лазарь выйди, Лазарь, выйди. А сегодня, Бог сегодня будет тебя за Твоей уменью призывать и скажет, выйди. Я вышел. И для меня нет разницы, сколько дней, сколько времени, сколько лет я в этой ситуации. Я пришел, чтобы ты я сегодня в воскрес, чтобы твоя жизнь изменилась. Я пришел, чтобы ты вышел из этой ситуации. И мы сегодня вместе будем действовать с тобой. Тироча. И чтобы ты прославил я Бога тироча. и благословил Его. Аллилуйя, dirão glória a Bogo